Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Европу Универсалис 4. Дополнение искусства войны за мин. Так, я еще немножко прокрутил время. Тут у нас, видите, пару новеньких корабликов появилось. Это Ютия уже присоединилась. Тоже караваки, да? Каравелла отправим торговать. Хотя можно улучшить тоже. Да, пока вот эти. Будем улучшать. За это время я немножко уже подавил восстание. Видите, беспорядки еще присутствуют, но это уже другого порядка проблемы. У нас была потеря небесного мандата, слабая легитимность сейчас уже поднялась. В принципе, это еще нас не спасает от бедствия гражданской войны. Ну, в принципе, думаю, мы успеем набрать 75 легитимности. Также я начал вестернизацию. Я получил границу с Португалией. Захватил вот это государство островное. И вышли мы на Португалию. И сейчас проходит вестернизация. Как видите, она закончится в 95 году. Ну, через 11 лет. И также я готовлюсь напасть на Японию, которую, как видите, немножко покушали. Ну и на ее союзника Цзяньчжоу. Цзяньчжоу я отдам Корее, провинцию. А Японию сделаю своим вассалом и отдам ей вот эти все провинции. Вот так вот. Это вкратце. Так. Кстати, смотрите, кто тут у нас появился. Великобритания, видите, всунулась. Тут, конечно, такие большие, как бы... О, с Францией воюет. Смотрите, сколько тут аборигенов. И, блин, они колонии делают без этих, даже без всяких войск. Бруней с Сиаком опять воюет. Ну, пусть воюет. Так, вести Джизю. Халифат, соперник. Литву выбрали соперником. Также вот Испания влезла уже, видите. О, тут Бруней колонизирует. Ну, прикольно. Уже все, кому не лень, колонизируют. Ну ладно. Разберемся. Надо нашего колонизатора... А, вот тут нам нужно побережье закрыть на всякий случай. Потом уже перекидывать колонизатора назад на в Сибирь. Как-то так. Так, это что за кораблик плавает один? Каравелла. Иди-ка сюда. Хотел бы. Нам нужно будет вот эту армию переформатировать. На 21-тысячную. Какие-то повстанцы. Смотрите, какой адмирал у Кореи. 3 звездочки вообще. Можно с ним воевать. Открывается нам Карибский бассейн. Тут еще инки даже до сих пор живы. Интересно, а что из Франции воюет с
Британии. Провинция Винет. А, вот это хочется брать. Так, Тортуга открыта. Ну, хорошо. Так. В принципе, на Японию претензия у нас есть. Те обращают в что-то. Какая у них религия? Анимизм. Ага. Ясно. Короче, дикари. И сейчас будем нападать на Японию, да? Так, Дзинжоу, в принципе, вступит. У нас, как видите, нет админ очков. И я думаю, может сделать сейчас упор на админ очки, а то у нас правитель, как видите, не ахти какой. Дипочки 26. Ну, сейчас прибыль, конечно, говно. Не знаю даже. Делать упор на админ очках. Нам сейчас дипочки нужны будут. Просто минус 5 уходит на вестернизацию. Это такое. Давайте. Объявим войну. Так, и быстренько сейчас. Наваляем противнику. Успеем. Третьего. Успели. Отлично. Так, армию напополам. Идем дальше. Так, эти, смотрите, какие шустрые. Новшество в управлении. Не жалеть средств. Так, да, ничего себе, какой осадный корпус тут нужен. То издевайтесь, 3000 всего лишь. Хочешь сделать что-то правильно, делай это сам, называется. Вот, вот так. Все остальные сюда. Блин, это горы, конечно. Ну, думаю, разобьем 4000. Что за задание? Накопить денег, колонизировать Амбом. Не знаю, где эта провинция есть. Защитить Корею. Так. Мини воюет с Японией. А какая награда за выполнение? Никакой, что-то я не вижу. Ну, посмотрим. Может, что-то будет нормальное. Так. В принципе, разбиваем. Возвращаемся. На осаду. Рекрутов немножко подкопил, как видите. О, Корея уже блокирует. Хорошо. Надо дипломата какого-то отправить. Наверное, Малаку еще. Или Бруней еще. У нас перемирия с ними нет. Так. На Сибу. Где это у них Сибу? Сибу-Буру. Боунган пусть будет.
как тут у них с развитием. Так, в принципе, более-менее развито. Кстати, Испания, вот видите, на этих островах уже закрепилась. Тут тоже Испания уже. Фарфор. Так, советники сопротивляются реформам. Тут игнорировать их требования. Скоты, блин. Так, есть Харимок. В царство придет. Так, молоко просит прохода. А зачем он тебе? Ладно, проходи. Так. Не надо делать тогда претензию на Арису. На всякий случай. Давай на Трипуру сделаем. Так. Это торговые корабли, но их нужно улучшать. Просто не очень хочу улучшать их. Сюда соберем 17 000. Отвезем ее где-то сюда. Пекин. Так, тут 12-3-6, да? 12-3-6. Отсюда бы пехотку бы одну сюда. Артиллерию одну. Вот сюда, да. Это у нас еще вот по 17 000 даже. Две пехоты. Ну, одну пехоту пока возьмем и отправим сюда на восполнение. Ну, не восполнение, а увеличение армии. Так, доход от налогов сразу. Киото взяли. Япония предлагает. Что вы там предлагаете? Нет. Вы будете нашим вассалом. Так, колонии растут. У нас лимит армии. Ну, притык, видите. Как раз. Как раз получается. Больше строить нельзя. Так, есть, захватили. Нужно выходить с этих территорий. Так, нет, 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 нет. Мы сами вам предложим мир. Так, стоп, 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 стоп. Вот так. Передадим эту провинцию Корее. Как это они не согласны?
Ну ладно, подождем. Через Японию сейчас попробуем. Минский вассал. Вот так, да? Это отдаем. О, даже не надо дипачков тут. Берем вассала. Еще бы смену религии, ну, как есть уже. Деньжат возьмем. Еще не успеет себе заработать. Вот так. Что там? Ерунда. Так, отлично. Выполнили задание. Защитить Корею. Так, фабрикация на провинцию Калимигдан. Это где? Это где? Сейчас найти вот эту провинцию тут. А. Так, провинцию банка. Ну, давай военные очки, наверное, возьмем. Лучше. Еще у нас появился вассал. Это очень хорошо. Денежки. И можно будет безнаказанно повоевать за провинции Японии с айнами. Видите, сколько у них претензий. Сюда надо будет свести наши войска. Так, тут еще пара тысяч артиллерии можно пораскидать, да? Так, 4, 6. Тут сколько сейчас? 8. 2000 артиллерии нужно отправить по вот этим армиям. Пехоту пока вот эти доукомплектую. Чтобы они были помощнее. Хорошие армии будут. Так, и пожалуй я перекину вот эти 20 тысяч, 21 тысячу даже. Так, и улучшим наши торговые корабли. Чтобы больше денежек приносили. Сейчас будем готовиться еще и с айнами воевать. Повод у нас, в принципе, есть. Это территория Японии. Япония нас будет просто обожать за это. Заплатили дипломата, но это ерунда. Так, вот. Сюда закидывают наши войска. Можно еще 17 тысяч перекинуть. Угу. Дальше обращаем. Может, поможет прибыль восстановить. Плата советникам. Борьба с ересью. Есть. Суу обращают конфуцианство. И тут сразу же прибыль побольше должна быть.
конечно. Беспорядки еще присутствуют. Что там? Где-то растет что-то. Ну, есть немного, видите, но вроде не очень. О, псу, в принципе, можно даже скинуть будет автономию. То я поподнимал там в многих местах. Читатон. Где-то тут. Чтобы не было этих дурацких восстаний. Это уж слишком. Ничего не поделаешь, пока вестернизация идет, это... Так... Игнорировать их требования. Храбанг, это вроде бы вот тут. Как тут беспорядки начали расти. Ну, станем там сейчас армией и не будут расти. Так, можно пойти сюда. Хватили закрыть проход. Этот. И заставить противника немножко напрячься. Возвращение. 25 агрессивка. Да, возвращение. Вернуть провинции. Нашему вассалу, и он будет нас любить за это. И отправим сейчас в Японию улучшать отношения. Так, Корея, кстати, нас любит, что? А, с Кореей тоже надо улучшить отношения. Потому что ее будем присоединять скоро. И с Авой надо было улучшить. Со всеми надо улучшать сейчас, а не претензии клепать. Макасар. Ничего страшного. Сделаем еще претензии. Так, есть свобода. Сохранимся и пойдем опять воевать. Отлично. Так, вассалы у меня будут. Нет. Все осаждать будут. Так, идем. Эту армию сюда. Сколько тут надо? У нас 2000. Вот. Артиллерию. Пехоту. Сюда. Сюда остальную армию. Так, и отправляем нашего дипломата улучшать скорее еще отношения. Так, порты блокированы. Ну, это неправда. Он высаживается уже Корея. Молодцы. Так, военная мануфактура, вижу, строится у меня. Легитимность растет, потому что престиж у нас побольше уже стал. Потом быстрее растет.
Надеюсь, еще какие-то выпадут мне события на легитимность. Угу. Так, завоевать поменять валючек, ну купить денег, престиж. Блин, какие-то такие. Я не знаю, где-то там бом. Где вообще вот это неисследованное? По идее, где-то должна быть. Может тут. Но обычно это та провинция, которую я вижу. А может там бом это вот это? А, вот она. Ладно. Такая маленькая, ни хрена не видно. Минус 8. Да, надо, наверное, советника выгонять. Военного. Потому что слишком много денег на него уходит, а нам военные очки особо так не нужны. Видите? Какого-то попроще тут нету. А он так само тут и есть. Блин. Выбор просто шикарный. Так, Хамлетон. Так, где это такая провинция? Какое-то знакомое название. Хамлетон. Уж не тут ли где-то? Да вряд ли. Да, наверное, где-то тут возле Кореи, может. Восстанет только 4000. Точно нет. Не вижу. Может, где-то тут. Давай. А, вон она, не увидел. Что тут? Горы, да? Давай, пойдем в Садию. Для начала. И вот эту еще армию возьмем. Тоже. На всякий случай. Туземцы все лезут на нас, видите. Прекрасная статуя, престиж на 50% увеличится. Казна увеличится. Ну, престиж давай. Престиж даст прирост. Легитимности. Так, Крейнский совет. Так, что-то тут я не заметил. А, нет, ничего такого. Что там бриташки заняли это? Ну, и занимают без проблем просто. Никогда у них не было проблем с этим. Так, слабые права. Надо бы вытянуть
до гражданской войны нормальные права, чтобы были. Без генерала плохо атаковать, что поделаешь. Так, депо взято. Давай попробуем высадиться. А нет, пока подождем. Пусть наши союзники пока идут. Так, блин, стабильность еще понижает мне. Надо фокус сделать на админку. Вот так. Игнорируем их требования. Стабильность минус один. Движение бедствия. Еще быстрее будет. Как повысить 75 нужно? Хорошо. Вот такие, блин, пироги. Тут разбили, да? Беспорядки будут расти. Сволочи. Бьют по больному месту в этой игре. Мало того, что и так админочков нет, то они сначала отнимали их нам, а теперь еще и решили, раз еще ударим больнее. Давай стабильность снизим, все равно у него нету очков. Короче, как всегда. Ну, о, видите, отрицательная стабильность минус один. О, спасибо. Сразу же видите, легитимность как начала расти. Что называется? Плюс 2 очка каждый месяц. Ну, не густо. Снимем вот этого команду, еще поставим его сюда. Пусть переходит. Откроем заодно эту провинцию. Можно отправить пока в Аву. Улучшать отношения дипломата. Сейчас, наверное, повстанцы будут расти, так что... Ну и ну. Не, укрепим власть монарха. Так, тут фрегаты. Отправим торговать Гуандун. Так. Ну давай пока Гуандун. Отправим. Новые инвестиции. Хорошо. Если бы за деньги можно было стабильность купить. Так. Пусть верят, что хотят. Окей, это вот это. О, тут еще одна провинция. Так, ну ударим по этой армии. В принципе, можно будет сейчас взять флот. А, там можно перейти даже, видите. Можно не уходить.
половинку возьмем, потому что тут не видно. Это неисследованная территория, да? Беспорядки, камбоджийские националисты. Так, Гвинейский залив открывается нам тут. Еще не все африканские державы позахватывали европейцы. Вряд ли и захватят. Смотрите, как Византия скушала Словакию и Хорватию тут. Да, молодцы. Ничего не скажешь. Финляндия. Гуге подрос на одну провинцию. Тимуриды пока держится. Так. Давай, наверное, пока из Японии не заберем нашего дипломата. Так, я хотел бы сюда нашего. Чего ты не перемещаешься? Телепортировался раньше. Загружаемся. Отправимся отсюда. Посмотрим, что тут за островки. Дальше отправляем нашего колониста вот сюда, наверное. Так, сколько нам тот колонист еще? 430. Наверное, ладно, сюда отправим колониста. В Амбул, чтобы прирост колониста у нас был больше. Что уже не хватает снабжения? Интересно. Так. А Яркент еще не присоединил. Присоединился к Тимуридам. Так. Нет, не будем соглашаться на требования. Потому что это уже вассал Тимуридов. Так, 26 очков уже. Так, айны просят. Да, осаждаем тут. Рыбу они клепают. Ладно, флот сейчас быстренько загоняет бекол. А, я ж еще и не могу национализировать некоторые провинции, колонизированные. Видите? Потому что у меня админок не было. Мне сейчас нужно стабильность поднимать. Так. Что? Вернуть 15 провинций. Вот так. А нет, 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 нет. Вот эту я еще не взял, да? Это вернуть. Еще. Ух ты ж. Как дипочки уходят. Еще вот это можно было отдать Японии.
так. И выплату себе репарации взять. Претензий. Вот так взять. Еще престиж 8. Не надо мне отказывать претензий. Думаю, как-то так, наверное, будет нормально, да? Ну ладно, заканчиваем войну. То эти беспорядки еще и растут. Надо будет сейчас быстренько разбираться. В принципе, вроде и как бы не за горами, да? Где это мистеринизация? Да. Но все равно. Так, хорошо. Три провинции национальных возвращаю, еще одну такую отдаю Японии. Можно еще денег попросить. Отправляем требования. Отлично. Так. Перегоняю армию сюда. Национализацию сразу проводят японцы. Думаю, они очень рады инции. Конечно. Династический брак. Нет, у нас пока нет возможности так. Пока нет. Нужно набрать достаточно. Да, админ очков. О, и задание выполнено. Полиция банка. Банка. Это где? Бикоу. А банка где? А, вот. О, давай построим. А Сахалин потеряли право. Не страшно. Еще сделаю претензии. Так. Тут я могу? Да, тут я могу вернуться на наши территории. Бенгальские националисты. Кажется, это где-то тут. 9,3. Ну, 18 тысяч сюда загоним. Камбоджийские. Где-то тут. Я не хочу поднимать автономию, потому что все это из-за отрицательной стабильности. Пока мы ее не изменим. Ничего хорошего не будет. Это легитимность, конечно, говняно растет. Она бы хорошо росла. Ну, два. Ну, нужно еще пару лет. В принципе, бедствие. Внутренние распри. Угу.
Не знаю, успеем легитимность поднять все-таки или нет. Вроде большая держава, но, блин, как ее тяжело держать кучи. Это что-то с чем-то. Ладно, продолжим уже в следующей серии. Я, наверное, тут еще отыграю. Буду ждать этих восстаний и давить их по возможности. Как-то так. Так, и вот этих ребят отправим тоже сюда на соединение. Хотя бы неплохо улучшить, но эти деньги не стоит тратить. Так что всем спасибо за просмотр и до встречи в следующей серии. Всем пока.